Верлинский по-другому, там Верлинский как-то пошел в слон d6, но тоже попал под связку и быстро проиграл. Да? Верлинский пробег по пророхе пошел в слон d6. Да, ну слон d6 тоже слабый ход сделал. Альфин d6 это на хуара дэви. А какой ход правильный? Хуалис на хуара мах коррект. Кто попробует найти? Кто попробует? Постарайтесь. Оказывается, у черных еще не хуже здесь. Надо найти. Очень важно сделать правильный ход. Если мы не сделаем, то разнесут.